В этой части кладбища не было никогда. Тут такие высокие заборы. Как памятник интересный. Кудрявый мальчик. Ну как мальчик. 22 года было этого Миша. Ну, идем дальше. Фёкла Васильевна. Понял. Виктор. Петрович. Только сдвините. Это не тот, в честь какого у нас улица Бурко? Что современное такое? Все. Да, сходи, там что-то интересное. Рот хуй, что-то ищет? Мешаю снимать, честно. Не люблю снимать, когда меня смотрят. Вот на кладбище. Такая интересная могилка. Прошепчет надо мной. Спаси его предвечный. Спаси его покой. Во. Безмерной страшности. Интересно. Бесцветной западне. А шел я, иду, там где-то цепь видел. Хочу посмотреть, что там. Вон там тоже какие-то моменты интересные. Да, вот у нас нет склепов таких старинных. Никольские. Да. Эпоха. Реально, кладбище — это же целая эпоха. Закрыто когда? На закате Советского Союза. Ух ты! Че он такой папахи? В 71-м году они оба умерли. А, это не тот же. Иван Никитич Елизаров. Герой Советского Союза. Интересно, вот это что? Стол такой, скорее всего? Да. Стол раскладной. Пускается. Можно посидеть. Хм. Я думал, ты какой-то казак. Дореволюционный снят. Нет, реставратор наш. А, тогда пройдешь между могилами. И ходят, и ходят, ходят, и ходят. Тоже современный такой. Мы в 63-м году. Не видит, но памятник поставили модный. Ну, я в могилу не ухаживаю. Я умер очень давно. Не вот, пройти. Капитан дальнего плавания. Коренов или Корехов Павел Петрович. Дорогому любимому мужу и отцу от жены сына. А вот жена. На 10 лет его пережила. Ну, как я говорю, постоянно жены переживают мужей. Будущее чистенькое такое все. Вот, пожалуйста. Вот, смотрите, как интересно. Бурган Абдулла. Полумесяц изображен. Все по... Мусульманскому, точно. Это же там мусульмане в ту сторону грибаются головой. Потому что там на другом кладбище видел такие могилы, но там по-русски все написано, поэтому не понял, что к чему. Это же, скорее всего, мусульмане были там. Три мусульманина. Там видео у меня было про советское кладбище. Если кто не видел, посмотрите. Оно очень короткое. Вот интересно, здесь такие постаменты. От Муромского КПСС и обл. Исполкома. Ну, коммунист какой-то видный. Ну, меня тогда еще не было, в 71-м году. Поэтому я... Ага. Во. Тут такой этот участок. Дальше болото. И еще кладбище. Но я поеду, скорее всего, вот дальше. Потому что здесь... Здесь все. Притык, мне с велосипедом не пройти.
Кстати, да, видно такой деятель, вот эти деятели были, что их... Сейчас покажу. Сделали вот такой постамент, такой фундамент отдельно для них. Как сказать-то? Ну, выделили, что ли, это место вот для этих людей, скорее всего, для второго, да, Николая Леонтьевича. Так как это отец, это старый коммунист, а тот вот, его сын умер раньше, 20 лет умер. Стали бы интересно, вот, от чего умерли люди. Прогулки были бы много интересней. Смотрим, что там сзади, интересно. Какие-нибудь отметки там есть? Вот, дробинки растут. Пусто. Ладно. Вот Николай Леонидович, да и как от старости, ему 60 не было. Чего они умерли -то все? Да, действительно, вот даже старое кладбище, и то там захоронения такие. Вот Андрей Александрович Щадрин. Тоже ребенок. 15 лет. Гаркова. Такой оригинальный памятник. Ладно, я пойду дальше. О! Вот нормальный крест там стоит. Надо подойти будет. Вот, допустим, могилка. Всяко видно, что детская. Чем ее так сильно огородили, потому что. И вот еще кровать. Дерево уже выросло. Так что. Такое знакомое лицо. Реально. Я где-то видел. Точнее, скорее всего, не его видел, а его предков. Точнее, потомков, да. Удивительно. Ну вот, здесь все. Все, могила. Так, надо было как снимать планомерно. Один участок, другой участок. Но не знаю, где это деление на участке. Так, о чем хотел сказать? То, что помирали тогда молодые, и сейчас, говорят, что от наркотиков. Также здесь вот все кладбище, оно, сказать, молодое. Тут людей, которые за 60 умерли, их здесь очень мало. На самом деле. Пойду к тому кресту. Вон, прям не отходя, такой же пример. Вот мужик 28 лет умер. Любимый муж от жены и дочурки. Вот так. Вот тут рядом, конечно, некие Веекины похоронены. Не знаю, где тут у них могила. Потому что здесь они как-то перед оградой, рядом с оградой. От внуков и правнуков. То есть они уже были в таком возрасте. 5 детских могилка. Вот, кстати. Неплохое здесь место. Ого. 34-й год. Вот довольно интересно сделано. Камень. Камень звезду. Не знаю, как они туда, короче. Ментили? Крепится довольно хорошо. Балашева Инга Георгиевна. Вот такая цепь. Фу. Оригинально смотрится. С остальными, конечно. Смотрим, что там дальше. Что-то не начинает. Конечно, как в Архангельске. Есть кладбище в Архангельске. Кто не видел, у меня есть видео прогулки по кладбищу. Там так понатыкано. Но там есть могилки постарше. Вот, смотрите.
Все снято, все проржавело. Вот еще интересно, зачем? Тут уже неизвестно, где деда лежит. Вот, извиняюсь, эта штука стоит здесь. Честно говоря, не знаю. Ну, и стол такой. Может, здесь что-то было красивое, которое давно. Мне вот что. Мне понравились вот эти фотографии дедушки с бабушкой. Видите, внимательно. Безымянные такие, ну. Во! Вот здесь уютно. Вот под елочкой и могилки. Еще не пройти, тут проволока везде. Я тут на каких-то дубках хожу. Спи спокойно, дорогой папа. Дорогая мамочка, ты всегда с нами. Такие пожелания. Да, в комментариях попросили найти могилку, но, честно говоря, я даже не предполагаю, где могут быть захоронения в 80-х году, в конце 80-х. Тут в основном такие все. Пойду дальше. В этом месте я вот не был никогда еще. Теперь мне надо выбраться отсюда. Это сложно. Вы не поверите, это реально сложно. Так. Город мертвых. Все. Ух, уперся на забор, он чуть не упал. Младенчик. Несколько дней прожил. Недельку прожила девочка. Когда-то. Так, сейчас все развалится. Лучше не трогать ничего. Такой коробочки. Когда-то, будучи, ну, не детьми уже, и матраками, мы здесь гуляли по этому кладбищу. Но в основном там, в центральной части заходили. Так, ну, было ужасно все. Мне кажется, сейчас намного лучше. Состояние было кладбище. Кресты были все на повал, повальные. Мы ходили, собирали, поднимали. Как отсюда выйти? Так зайдешь, в тупик попадешь. Да уж. Тут реально я в тупике каком-то. Тупичок. Так. Угу. Там даже что-то пакетики есть. Бабушка. 69-й год. Смерть. Я хочу найти современные могилки. Я одну видел. Я пошла видео 93-го года. Могила. Бабушка Алексей Арсентьевич. Арсентьевич. В 62-м году. Ну, крестик новый. Около дороги, вот мне не нравится то, что около дороги. Ладно, мне здесь особо не разгуляться, в другой раз еще здесь поснимаю. Точнее, пойду в те вот туда вот, в те дебри. Как-нибудь. Когда будет настроение. Сейчас я поеду немножко в другое место. Ну, на этом же кладбище, на финском. Вот смотрите, видите, здесь вообще не пройти. Велосипедом я имею в виду. Вот так-то лезешь. Ну, в общем-то. Сейчас тут могилки тоже. Кожаные, кстати. Смотрите. Новая фотография, старая фотография. Вот я смотрю, сколько здесь. Вот. Он практически старше 60 лет. Нет никого. Вот примерно. Ну вот, за исключением некоторых бабушек, допустим, вот. Бабушка такая красивая. Так. И то ей чуть за 60. Как-то
Тут они так маловато жили, вот именно в тот советский период. Вот. Тоже 70 лет они прожили. Точно не дожили до 70 лет. То есть. Даже чуть-чуть. Ладно. Кстати, вот такое интересное захоронение. Такого я не видел еще. Я не думал, что это кладбище было в 34-м году. Вот это да. Ну да, вот под крестом он там, вот там. Ну та женщина, то они дольше живут. Это непонятно. Это Иван Михайлович. Тоже 47 дней лет. Мужики, видим, тут смотрю, 50 лет живут. Ну, 63. Вот я впервые об этом задумался, конечно. Сегодня. И это не надо связывать с климатом, с чем-то еще таким. Потому что если жить в Мурманске, да в любом месте, вести здоровый образ жизни, то, соответственно, жить будет комфортней. А если пить, курить там и всякие излишества, то комфорта не будет. 55. Мужу от жены и дочерей. Так. Кстати, интересно. Всегда помню. Живодеров Осип. Савченко Варвара Осиповна. Дочка, видимо. И неизвестно. Это как? Как? Что здесь случилось, интересно, с этим? Странно. Ни даты, ничего нет. Тут уже вообще ничего не осталось от места. Только надгробие и развалины залег. Вот. Такой памятник интересный. 48-й год. Хоть что-то здесь красивое. Такое необычное. Вот здесь, да, много детей похоронено. Такой боровичок растет на кладбище. Кстати, интересно, все повалилось? Фотография стерта, тут или икона что там была, непонятно. А дата смерти, дата рождения осталась. Время ночи осталось. Все уже минуло. Ну вот как сюда пройти. Особенно с велосипедом. Мне туда. Эх, с велосипедом не пройти. Так, смотрите, здесь прям бетонная, да, фундамент бетонный, могилка такая, ну, 61-го года, ну как будто недавно похоронен, все чистенькое такое, 30 лет не было еще мужику. Ну, захоронение все 60-х годов, короче, начало 60-х. Степан Степанович. Интересно, многим ли нравится гулять по кладбищу? Ну, судя по тому, что некоторые видео мои про кладбище так смотрибельные, довольно-таки, ну, что я не ждал. Значит, пользуюсь. О, смотрите, плита здесь зачем-то, волнушки. Так, Илья Дмитриевич Жаров. Волнушки. Надо было в лес пойти. Если морозов не будет, то нам встречим еще ходить, ходить в лес. О. Сходить не буду, я приближу. Читайте.
Вот я на другом участке. Тут тоже 60 ягода. Где новые? Так, что-то мне здесь понравилось, остановился. Здесь еще хоть пройти можно, проехать. Так. О, мальчик. Сынок. Короче, память о нем останется всегда. Ну, как написано. Видите, увидите. Вот. Все сгнило. Итак. Вот к этому кресту я шел. Смотрите, здесь венки есть. Есть цветы искусственные. Есть фотография с крестом. Так, ну вот прожил ровно 60 лет. Этот улыбающийся дедушка. Так. Ну что. В этой стороне больше, мне кажется, ничего интересного нет. Жалею, ну да, что я прихожу сюда с велосипедом. Велосипед реально в таких местах, он там тормозит. Приходится его встречаться постоянно к нему. Вот, если видите мои видео, где я по Архангельску, хожу по кладбищу, там я везде пролазю. О, он с обоих сторон, кстати. Стоит с этой. И там мне ничто не мешает. О, все сгнившее такое. А здесь мне, да, вот еще младенчики. Два младенчика. Причем здесь такие с фундаментом. А здесь просто, видимо, кроватка такая была. Ребенка дала. Вот, наконец-то я увидел человека. И тоже бабушка. 81 год прожила. Вот еще ребенок. Вон еще ребенок. Да. Мне вот это нравится. Интересно. И крестик есть. Хочу вон туда пройти. К тому большому памятнику. Кстати. Кладбище довольно обширное. Кажется, оно маленьким с видом. Но тут реально ходить и ходить. Если когда просят найти. Кстати, неоднократно меня просили найти что-то могилку. Это довольно сложно. Это реально. Так, тут то есть похоронены умершие в 60-х годах. Такая женщина. У них фотографии. Специально, что ли, ты так сделал? Зачем? Папе и маме отдачи. Петь эти корыта. Ну, видимо, для украшения, для цветов. Зачем они? Боже, покой душу зарабатывает, там написано. В 62-м году. Что же молодой-то? И тогда молодые умирали. Не только сейчас. Так что, когда говорят, что, мол, сейчас много молодых умирает, ну, допустим, 50 лет умерло, и в 70-е, 60-е годы было то же самое. Я как-то не обращал на это внимания. И детей много умирало. Сейчас детей, мне кажется, меньше умирает. Вон, допустим. Но я туда не могу попасть. А вот. Две могилки детские. Как-то надо пробраться. Вот, сын и отец умерли. Отец чуть раньше сына на год. Что это такое? Удивительно, да. Кстати, никогда что-то я на это раньше внимания не обращал. Он тоже. Не видать его. 52 года прожил. Ну так интересно, как кресты стоят. Очень понравилось. И вот. Безымянная могилка. Вот безымянная могилка. На какой команде. Тоже лицо знакомое. Ну даже такое есть.
Интересно. Ну, тоже вот недолгожительница. 40, сколько, 6 лет. Да. Может, все они воевали? По сравнениям, после ранения, не знаю. 45-й год. То есть я приближаюсь к месту, где еще более ранняя могила. 43-й. 46-й. 61-й. Там кто-то что-то делает. Вон, с игрушками даже. Вот еще детки. Такая вот семейка здесь похоронена. 53-й год. Вот тут уже все. Неизвестные могилы. Кресты. Мы уже ходим по могилам просто. Непонятно. Где, что, к чему. Просто от кресты. Дружно так стоят кресты. Одинаковые. Ну и там еще один повалился. Значит, 4 здесь гребут. 4 захоронения. Все, ребенок Сережа. Хотя он тут один, что ли, похоронен. Странно. Места много. Похоронили только одного. Скорее всего, подводник похоронен. Там просто моряк. Так, здесь что у нас? Угу. На складбище прерывается. Прерывается на болото. И там продолжается опять. 71-й год. Я не знаю, где 85-й год. Опять детская. Могилка. Тут рядом разговаривает. Так. А все у нас, кстати, осень уже. Все листья опали. Практически все. Я думаю, закругляться пора. Вот, с Россией. Кстати, интересно. Ждановский. Какой они памятник сделали. Памятник вроде старый. Фотография новая. Не знаю, не похоже, что туда кто-то ходил. Но что есть, то есть. 71-й год. О, долгожительница. Чудинов Дмитрий Дмитриевич. В 69-м году похоронен. Прожил на сколько? 57 лет. Такой вот крест. Это тоже детская могилка. Детская. Крестик был маленький. Там решили сделать такой посерьезнее. Тоже могилки, скорее всего, очень много лет. Дерево вон какое выросло. Детская могилка такая. Все, скорее всего, я заканчиваю на этом. Потаж с кладбища. Ну, увидимся. Я еще буду снимать здесь. Думаю, неоднократно. Да. Потому что кладбище очень большое, я здесь был не везде. Может быть, пешком перейду, а может приеду где-нибудь, пристегну. И в труднодоступные места пойду. Каковых здесь много. Видите ли памятник? Какой интересный. Я думаю, что в более старых захоронениях там тоже есть что-нибудь такое, что можно посмотреть. Да. Все. Всем удачи!